Привет, с вами Флок. У нас трек от участника BTS, от Чонгкука, называется «Эйфория». Эйфория, да, все правильно, погнали. Ох ты, это даже не трек, это полноценное видео. И слушайте, здесь он... Ага. О, слушайте, это видео напоминает мне что-то. Это, походу, продолжение этой главы, да, там, Fake Love, вот это вот Run, нет? Очень похоже. Ага, ладно, смотрим. О, точно, точно, точно. Пролог. Угу. О, это вот вообще, это вот... Ох, блин, давайте. А кинул-то Шуга ведь на тот момент чупа-чупс. Почему падает сигарета? Вообще не понимаю. Вот этот момент, не помню, в каком клипе танцует, кто танцует. Ой, блин, да кто танцует-то, ё-моё. Ну, короче, кто-то танцует, и у него вот на груди вот эти вот цветы как раз-таки. Что это, орхидея или лилия? Что это, блин, что это? Не помню. Но это, короче, символ смерти, получается. Вокруг него все умрут, да, в какой-то параллельной вселенной, а он вот это остается живым. Я понял, они в этом видео, походу, все умерли, кроме одного. Кто-то сгорел, кто-то от передоза умер, кто-то самоубился, то есть, получается, вот с вышки прыгнул. Шуга вот тоже сгорел, получается, от сигареты на заправке. Ху, у меня аж, блин, холод по всему телу. Фух. Euphoria. Euphoria.
Сколько клипов просто, и все связаны между собой, охренеть просто, блин. Это какая-то школьная форма или это что? Белое все, причем разное, или это больничное что-то, или это просто воспоминания счастливые в Беланси. Скорее всего. Ну как в начале, как будто бы все умерли, а в конце как будто бы все хорошо, у всех все круто. Еще вот эта вот его улыбка в конце, что-то прям вообще
Ну, это как вы и говорили, да, у них там есть много вот этих вот вселенных альтернативных. В одной они умерли, один остался, в другой все хорошо у всех. Ага, может быть, в этом видео они как раз-таки обе эти вселенные и соединены. Хотя, может быть, бред какой-то я несу. Не знаю. Но, тем не менее, за этим наблюдать так интересно. Просто уже которое видео, связанное между собой, это, блин, прикольно так. Скоро, еще совсем скоро, наверное, в выходные буду смотреть Винкс. Чтобы уже так потихоньку-потихоньку продвигаться и понимать, что куда. Fake Love я посмотрю, наверное, попозже, но там надо будет какого-нибудь чувака, наверное, или другого, кто разбирает, а не вот эту девочку, потому что как-то что-то не особо ее слушать. Ну ладно. Эйфория, друзья, Чинкук. Всем спасибо за просмотр. Пока.